Всем привет, дорогие друзья, с вами Дедиксер, и я нашел такую полезную штучку. Это как режим бога, да. Вы, наверное, не поняли сейчас, что за режим бога. Сейчас вы прямо и узнаете, что это за режим бога. Итак, для этого нам надо создать папку. Создаем папку и ввести какой-то код. Не то что-то. Сейчас, секундочку. Еще раз посмотрю, что за код. Я уже забыл код на самом деле. Давайте еще раз на паузу поставлю. Итак, на что мы остановились? Мы вводим такую-то команду. И godmod, да, вот. Да, это тот самый godmod. Открываем. И тогда прикольная вообще штукенция. Вот если вы там какие-то настройки, вам нужно долго ищите. Вот, пожалуйста. Вот, все. Вот, это все вам. Все, выбирайте, короче. Крутая штука, ладно. Вообще классная штука. Тем более, весит она 0 байт. Вот. Сейчас, 0 байт. 0 байт. Так. Полезная штучка очень. Ладно, всем удачи, всем пока. С вами был Дедиксер. Подписывайтесь, ставьте, пожалуйста, лайки. Мне очень-очень плохо, когда вы ставите дизлайки. Я стараюсь. Тем более, желаю удачи, как некоторые не желают удачи. А им ставят лайки. Всем пока, дорогие друзья.